Всем привет! Это третий день моего выживания в игре Seven Days to Die. Ночью я имел неосторожность вылезти с крыши, на которой обосновался, вниз, и зомби меня таки загрызли. Сейчас мы постараемся прорваться к своим вещам. И, в общем-то, вернуть их. Сейчас нам нужно добыть камни, добыть траву и скрафтить себе какие-то инструменты и оружие. То есть все как в начале получается. Да и дерева у меня маловато. Вот, кстати, обязательно. Стрел у меня тоже нет. Ничего нет, короче говоря. Можно было, конечно, тупо пробежаться, но я не думаю, что мы сможем просто так забрать свои вещи. Там сейчас наверняка зомби отраспаунились. Идиотский, конечно, фейл. Так, и жажда. У меня жажда. Это плохо, потому что в лесу... Медсестричка, но у нее вряд ли есть что-то, еда или питье какое-то. В лесу нет юки. Мы можем, конечно, попробовать попить вот здесь из лужи, да, но это чревато отравлением. Отравиться лучше, чем умереть с жажды, поэтому мы сейчас попробуем это сделать. Так, а как попить? Ага, вот. Вот дизентерия, пожалуйста. Он что-то больше не хочет пить. На 100% я намок. Но у нас есть чем полечиться от дизентерии, поэтому я не очень боюсь. Давайте посмотрим. Здесь почему-то не показывается. Обычно негативный эффект... А, вот она, дизентерия. Ну, таблеточки можно съесть. У меня есть несколько таблеток. Но что-то не особо помогает, да? Уже кто-то стонет. Еще один домик я вижу. Мы его, пожалуй, обойдем. Так, а здесь вот должны быть кактусы. А в кактусах юкка. Нет, давайте-ка мы скрафтим топор. Вон они уже, собаки. Ноль. А почему ноль? Я же пил. А, таблетки. Друзья, таблетки дают, да, гидратацию минус 30. Черт. Да, не такие нужны таблетки. Не такие нужны таблетки. Топор. И лук надо сделать. Всего 3 стрелы. А то у меня дерева нет, потому что, да? Вот одна юбка. Бутылок нет теперь. В принципе, если я буду меток, то мы можем попробовать завалить вот эту подружку. У нее, возможно, есть что-нибудь полезное в смысле еды или
в бутылке, хотя бы пустой. Но когда это я был метким. Посмотри, что. Осталась одна стрела. О, смотрите-ка. Но она пустая. Придется пить еще из лужи. Ну давай. Что-то не хочет пить. Тут целых два дома. А кто это там плавает, смотрите-ка. О. Похоже на свинью, которая плавает в воде. Что ж, дизентерия наша только усилилась. Антибиотик у меня там на крыше есть. Надо только добежать теперь. Друзья, все, не будем отвлекаться сейчас ни на что. У меня, в принципе, небольшой есть, как бы сказать, небольшой шанс откормиться с помощью юки. Она гидратацию вроде бы не уменьшает. Да. Нет стрел. А нет стрел, потому что, скорее всего, нет камней. Смотрим под ноги, ищем камни. И дерево. Так, ну отвлекаться вот на эту подругу я не буду, потому что у нас сейчас не то положение. Она, конечно, так просто не отвяжется. Может еще и друзей позвать. Камни, камни, где вы? Так. Еще один идет. Я здесь вроде бы уже бродил. Так, еще мусор. И таблеточки. Полпути, можно сказать, я уже одолел. Кукуруза. Интересно, можно ее есть сырую? Давайте посмотрим. Можно. Так, стрелы. Немножко еще крафтим. Что-то прокачалось. Скорее всего, опять стамина. Ну, в смысле, атлетика. Да что ж такое, не везет-то мне ни одной бутылки воды. Тихо. Яйца. Сырые яйца есть тоже чревато отравлением. Поэтому я этого делать не буду. Так, я вот здесь иду, но, конечно... О, бутылка. Ну, что нам это дает? Пить сырую воду, опять же, чревато. Я лучше... Наберу кактусов, ну, в смысле, юки с кактусов, и сделаю сок. Пока меня никто не видит. Так.
Всего один. Ну, хоть попьем нормально. Так, надо где-то найти подъем. Потому что здесь, смотрите, такие горы, что я вообще не уверен, что мы можем здесь подняться. Вон там вот более-менее пологие. Пьем. В принципе, одну эту бутылку можно вот так вот использовать, набирая юбку. Сейчас здесь вот повылазят возле дома, конечно, ребята. Можно было зайти в дом, попробовать там поискать еду и воду, но не хочу здесь зачищать территорию. Нам надо быстрее бежать. Свинья. Тихо. Еще бы камней где-то набрать. Вот здесь вот, я думаю, можно подняться. Семь стрел. Не буду рисковать. Я, кстати, вот по комментариям так понял, что основная публика на моем канале не знает об этой игре ничего. Я, конечно, понимаю, что в основном народ на моем канале прется по Моровинду. Но я так скажу, что из названия этой игры, да, 7 Days to Die, следует, что 7 дней у нас до смерти. То есть все вот это мы бегаем сейчас, выживаем, это все на самом деле ерунда. Потому что на 7-й день, на 7-ю ночь вернее, придет Орда, так называемая. Ну это для тех, кто не в курсе. Это не просто зомби, да, которые бегают по ночам. Тоже, если кто не знает, здесь по ночам зомби бегают. Но это вы могли видеть вот минувшей ночью, когда я сдох. Вот, это не просто бегающая такая толпа. Обычной ночью можно спрятаться, то есть зомби меня не видят по умолчанию. А седьмая ночь, ну и последующая, 14-я, 21-я, там, каждая седьмая ночь, зомби знают, где я прячусь. То есть скрываться бессмысленно. Они точно знают и прут, то есть напролом, ломая блоки, прямо ко мне. Вот. И в этом сложность. То есть все, что мы сейчас делаем, по идее, должно быть направлено именно на подготовку к этой седьмой ночи. Тут два пути. Либо строить укрепление. Ну, с нуля, скажем так, да, здесь есть возможность такая в игре. Либо укреплять уже имеющиеся сооружения по-другому никак. То есть просто бегать, скорее всего, не выйдет. Так, у меня опять голод дает о себе знать. И, наверное, надо скрафтить... Секундочку. Наверное, надо скрафтить wood frame. Хотя бы один. Блин, я сейчас вот боюсь, что меня вот эти черти зажмут. Туда не хочу идти, потому что там наверняка толпа. Давайте попробуем вот этих завалить. Ребятишек. Как она сразу легла. А тот меня не видит уже, да? Так, мне нужен wood frame.
Почему я не могу? А, нужно 5 дерева. 5 дерева, значит, давайте поищем дерево еще. Вот есть. Блин. И скрафтим хотя бы один. Потому что мне нужно установить на что-то лестницу. Так, ну пока вроде никого нет. Вот здесь вот они все поломали. Так. А, еще один надо. Так, и сюда вот лестницу. Отлично. Наконец-то. Дом, милый дом, как говорится. Ну, выжил я все-таки. Выжил. Давайте полечимся. Полечим дизентерию антибиотиком. Поедим по-нормальному. Попьем. А потом уже я пойду забирать свои вещи. Есть у меня вода. Вроде где-то была бы... А, воду я забрал с собой. Так, есть яйцо. Кукурузу мы спрячем. Это все спрячем. Так, с этого мы... Да особо ничего пока нам не нужно. Это все я спрячу. Вот, кстати, давайте испытаем вот эту вот штуку. Да что ты? Так. Да, вроде все. Смотрите, в нем уже есть 25 гвоздей. Насколько я знаю, это не только инструмент, который может чинить и улучшать блоки. Это может любой молоток. Но он еще и стреляет этими гвоздями. Вот мои вещи. Все забираем. Одеваемся. Это сразу скраб. А, нельзя, только дроп. Это скраб. Скраб. Лопата пригодится. Нож обязательно. Пьем. Штаны надеваем. Это надеваем. Это тоже выкидываем. В принципе, все, да? Но еще немножко можно попить. Так, все, мы отъелись, отпились. Сколько у нас там навыков? 15. Как раз мы можем изучить Workbench. А, нет, да, Construction Stool надо 20. Блин, а у меня только 9. Вот это я не учел. Давайте посмотрим, где здесь ребятки. Че, неужели никого нет? Быть этого не может. Этого просто быть не может. Да, никого нет. Ну и ладно, мы можем, пользуясь случаем, осмотреть то, что мы пропустили здесь в аптеке. Осмотрел я здесь не все. Кстати, витаминки сразу съедаем. Так, очки вот эти тоже вроде можно одеть. Так. Пока что берем все. Место есть. Витаминки сразу съедаем. Он повышает wellness. Wellness — это
такой параметр, который можно перевести как состояние. То есть, ну, самочувствие определяет величину здоровья и стамины, насколько я знаю. И при каждой смерти он вроде бы сбрасывается до некоего, ну, значения по умолчанию. А с помощью пищи и вот витаминок можно wellness улучшать. О! Разрывные, да, кажется, или горящие. Но это болты для арбалета. В принципе, нам они тоже нужны. Арбалет мы рано или поздно скрафтим. Так, водичка. Водичку пьем. Нет, у нас жажда заполнена. Так, здесь все, но здесь есть еще скрытые помещения. Здесь дверь железная. Ломать нам ее будет тяжеловато. Но это нужно сделать, потому что там самое интересное. Я вот не помню, есть ли сейф в этой аптеке. Да, вот химическая лаборатория. Сейчас мы ее забрать, наверное, не сможем. Вроде бы ее нужно разбирать ключом разводным. Но при случае мы можем сюда вернуться. Гвозди. Да, я думал, что здесь наспаунятся зомби, но мы видим, что, ну, игра посчитала, что здесь я все зачистил. Это хорошо, на самом деле мне это нравится. Я вообще считаю, что в подобных играх слишком много, собственно, зомби. Даже если вот представить, что... О, нас балуют рецептами. Даже если представить, что случился такой вот зомби-апокалипсис, ну, вылезли сколько-то, да, то есть людей. Допустим, в большом городе, да, много людей. Но нужно понимать, что они не воспроизводят сами себя. Здесь в игре зомби постоянно обновляются. То есть ты вот зачистил какое-то место, проходит время, и вновь... Вот, wellness повысился, и стамина, и здоровье повысились. Вот, проходит время, и зомби вновь откуда-то появляются. В реальной жизни этого, конечно, не будет. Витаминки. Так, ну все. Можно сказать, что... Нет, там вот еще одно помещение. Туалет. Здесь тоже лекарства, но у меня больше всего надежды на унитазы. В унитазах есть очень ценные вещи. Сейчас я покажу. Как вот вы думаете, что может быть в унитазе ценного? Ну, кофе. Кофе очень ценный, кстати, предмет, очень нужный. Хорошо, что зомби, кстати, нам унитазы не поломали. Тут ничего. Пистолет. Целый причем. Абсолютно целый пистолет, даже немножко патронов. Видите, да? Что еще может быть в унитазе? Конечно, пистолет. Но есть еще одна ценная вещь, которая может попасться в унитазе. Это дерьмо. Как бы там ни было, но дерьмо в этой игре очень... ценный ресурс. Ну, хотя бы вот этот вот чувак наконец-то покинул нас. Мы можем облутать это здание.
Никого здесь нет, хорошо. Так, давайте немножко освободим себе инвентарь, поскрапаем все лишнее. Так. Ну, стекло нам не надо. Денежки будем забирать. Все-таки торговец пока актуален. Закрыто. Я надеялся, честно говоря, что сегодня мы еще сможем добежать куда-нибудь до какого-нибудь города все-таки, да, потому что, я напоминаю, 7-й день. Если мы не подготовимся, будет означать смерть верную. Можно, конечно, вот так вот под дурачка, да, просто тупо побегать, поумирать голышом. Но это как-то тупо. Мне бы хотелось избежать подобных стилей игры. Темно, но нет, не очень. Так, еще один рецепт лечилки у нас, он уже есть, поэтому наука качается, это очень важно. Скоро сломается молоток. Еще гвоздики. Мне уже не терпится испытать. Так, а здесь интересные вещи должны быть. Может быть, даже сейф будет. Все. Молотку каюк. Крафтим новый. А я не могу, да? Почему? Чего мне не хватает? Не хватает травы. Травы не хватает. Давайте попробуем вот эту штуку. В принципе, смотрите. Ну, такое. Давайте сходим за травой. Никого нет вроде. Что-то звуки какие-то подозрительные вокруг. Так, молоточек. О, книжные полки. Вот это вот, пожалуй, самая большая удача сегодня. Еще один пистолет. Надо же. Место кончилось. Давайте выложим вот это. Ну, 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 такое у нас уже есть. Игра нас балует, конечно, на самом деле. Такими рецептами в самом начале. Но отказываться я не буду. Так, здесь еще есть выход на крышу. По большому счету, самое ценное здесь мы уже осмотрели. Так, водичку заберем. Это нам не надо. Кукуруза. Че я? А, ну здесь мы не пройдем, да? Че, есть ли смысл вообще? Ну, там вот какой-то закуток.
Да, еще пистолет. Нет. Не в этот раз, да? Это тоже неплохо. Вот если бы у меня был пистолет, да, той ночью, то, конечно, все было бы иначе. Наверное. Так, я, пожалуй, выложу вот эти вот бинты, они бесполезны. Возьму наконечник. Ну и все, здесь мы все осмотрели. На крышу давайте еще залезем. Здесь вот сумочка. Но разочаровала сумочка. Так, взять мы не можем, да? Давайте сожрем вот эту вот штуку. Что это? Чили. Канов чили. Не знаю, что такое. Может быть, мне в комментариях напишут, что это какая-нибудь кошачья еда. И скорее всего так оно и есть, но у нас все-таки выживание, нам не с руки нос воротить. Так, все, выходим. Сейчас я быстренько посортирую найденный хлам. И все-таки, я думаю, нам стоит двигаться, не сидеть здесь. В этот дом я уже не полезу, там, скорее всего, ничего особо ценного нет. Так. Это выкладываем. Нет, 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 патроны. Это оставляем, это выкладываем. Кофе я заберу. Камень забираем. Пакет крови пока убираем. Это нам пока не надо. Еда пока с нами остается. Лестницы пока не нужны. Так. Пистолет вот этот вот я, пожалуй, разрежу. Вот таким вот образом. И выложу. Вот так вот выложу. У нас есть вот такой пистолет. И здесь запчасти получше. Поэтому я сейчас вот этот вот разберу. Нам не хватает вот этой вот штуки. И вот этой. Вот так это делается. И теперь у нас есть пистолет качества 98. Не бог весть что, но в случае чего мы можем отбиться. Сюда его. Гвоздемет я заберу с собой. А здесь нам нужно что-то оставить. Половину камня. Все дерево, вот это вот все. Чтобы, если что, накрафтить стрел можно было. Также я заберу один молоток на крафт верстака, если мы все-таки дойдем до этого, доживем половину костыли. А, есть, у меня есть костыли. Кофе, пожалуй, все-таки я заберу. Ну, кое-какая одежда здесь есть. Вот это, пожалуй, стоит надеть пока что. Так, трава есть. Давайте посмотрим. Немножко есть мясо, в принципе. Если мы сдохнем где-то. Да, и да-да-да. Надо скрафтить вот эту штучку. Обязательно. 2 часа дня, в принципе, мы, наверное, не успеем сейчас. Но я планирую на север двинуться, туда вот. Ну, как-то так вот идем, на север идем. Здесь расположим. Теперь здесь наш дом. Траву я оставлю. Так, железо заберу.
Все-таки железо нам пригодится. Ну и все, друзья. Выдвигаемся. Если даже я не найду, ну, город, все-таки мы хотя бы осмотримся. Кукуруза нет, не буду брать. Так, это свинья, да? Пожалуй, стоит ее прикончить. Смотри, какая живучая свинья. Это, конечно, привлечет к нам внимание, да? За счет запаха. Но мясо... Бросать мясо нам сейчас не стоит. У нас нет его. Отлично. Так, что мы видим? А видим мы, что ни хрена нет. Никакого города. Спускаться туда вниз я не буду. Ловить там нечего. Мы пойдем поверху. По вот этим холмам. Кстати, пистолет нужно зарядить. Там я вижу дорогу, кстати. Это хороший знак для нас. Так, ползун здесь. Да, вот дорога, она, кстати, идет из нашего городка. Наверное, также стоило по ней идти. Ой-ой-ой, не сломать. Ничего не сломать. Давайте пойдем по дороге. Она, правда, идет не совсем на север. Но ничего. Давайте вот здесь еще посмотрим. Ни черта не видно. Почему же нет города? Я уже наколесил здесь довольно-таки много километров уже. А города даже и не видно. Единственное, вот здесь вот еще можно туда вот заглянуть, за холмы. Так, ну что? Ты хочешь окончательно успокоиться, да? Или меня успокоить? Одно из двух. Пустая. Ну, семена грибов нам особо не нужны. Давайте взберемся вот на этот холмик еще. Если здесь я не увижу города, то я даже не знаю, наверное, стоит повернуть назад. Так, ну город не город, а какая-то низинка. А дорога уводит в горы, туда вот. Там за горами, конечно, может быть город, но давайте еще вот все-таки здесь посмотрим. Вот мне... О, олень. Тихо, 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 тихо. Попал я в него или нет? Походу нет. Есть. Один раз попал. Второй раз попал. Отлично. Так, а где он? Или я не попал? Ну, кстати, юка. То мы в пустыне уже, да? Где олень? Что за шутки?
Слушайте, я потерял оленя. Честно, мной убитого. Или я слепошарый, или что-то он куда-то пропал. Так, ну здесь нам не дадут. Времени особо поискать, да? Чует. Ползунок гребаный. Да, вот это не мудрено в траве в такой потерять. Не то что оленя. Блин. Тупо, как-то тупо, да? Вот же он только что был, я практически на него смотрел. А теперь не вижу. Ладно, не будем тратить время, у нас его немного. Бежим. Я, кстати, перегреваюсь. Надо снять что-то. Да, я вот хотел сказать, что вот в этой вот низинке, возможно, все-таки город есть. Вот там, за тучкой. Но может и нет. Но такая низинка прям соблазнительная. Еще гребаная туча вылезла, за ней не видно ни черта. Так. Хотите, верьте, хотите нет, но мне кажется, вон там все-таки есть город. Давайте двигаться в ту сторону. Конечно, время уже поджимает. Даже с учетом пистолета, мне может его не хватить. Тихо. Сумочка. Отлично, запчасти пистолетные. Очень кстати. Поэтому сейчас мы, не отвлекаясь, сломя голову, несемся к этому городу. Все-таки я думаю, что это город. Тут вот лагерь, но там, во-первых, охрана, во-вторых, вряд ли что-то. Там, ну, из ценного там сумки, конечно, есть. Это относительно ценное такое, но сейчас я не хочу. Еще один лагерь. Неужели я ошибся? Друзья, неужели я ошибся? Вода я вижу. Но вот здесь я прямо видел ровные линии дорог, как обычно бывает в городе. Но, видимо, нет, да? Да, и надо возвращаться уже. Сейчас я вот здесь вот еще на горочку взберусь. О, здесь еще и разрушенный биом, друзья. Нет, сюда мы не пойдем, конечно. Сюда мы однозначно не пойдем. Здесь нас ждет верная смерть. Сейчас еще собачки наспаунятся, будет вообще весело. Так, ну вот там вот я вижу, смотрите, какие-то развалины, похожие на город. Вон. Вон там. Насуваться туда я не буду. Одной смерти пока достаточно. Так, возвращаемся.
Я сильно перегреваюсь. Давайте выпьем юки. Она охлаждает. Нам бежать довольно далеко до дома сейчас. Поэтому время не тратим. Опять я не озаботился ресурсами на крафт. Но прямо вот не везет. По идее, я уже должен сидеть в городе, оборудовать там какой-нибудь домик, поставить все нужные инструменты и прокачиваться. Прокачиваться, добывать ресурсы, в общем, готовиться усиленно. Но я пока что вот бегаю что-то по каким-то непонятным местам, по пустыням. Конечно, стоило идти по дороге. Те, кто знаком с игрой, наверняка сейчас говорят, что ты попёрся через эту пустыню. По дороге, конечно, мы рано или поздно придем к какому-нибудь городу. Но когда это будет? Может так случиться, что вообще дорога оканчивается тупиком. Запросто. Каким-нибудь таким же вот маленьким поселением и тупиком, и все. Все это такое. Не 100%, то есть мы придем к городу. Так, ну давайте поверху все-таки, да? Заодно будем осматриваться. Здесь разрушенный биом. Даже там, если есть город. Не знаю, есть ли смысл туда ломиться. Вот так вот без ничего, да? Без нормального оружия, без нормальной брони. Меняется, смотрите. Меняется погода сразу же. Но это не разрушено, это степь просто. Мне бы накопать глины, вот еще что. И в принципе можно было уже поставить печку. Я думаю, что сейчас, если я все-таки доберусь до дома без приключений, до своего временного пристанища, надо будет так и сделать. Город городом, но железо нам очень даже не помешает сейчас. А, я не могу ничего брать, да? Ладно. У нас, кстати, есть вроде бы лопата, да? Давайте-ка я возьму лопату. Вот это мы выкинем. И сюда пойдет глина. Сейчас, если я встречу кусок глины, она, в общем-то, на поверхности довольно часто встречается. Вот, например, пятно. Я вижу. Но я хотел попробовать гвоздемет. Попадались зомби, я что-то забыл. Так, вот это что у нас? Ну, по-моему, это не глина. Где-то здесь. Вот это глина. Кажется, да? Никто меня не видит. Давайте копнем. Да. Вот этой глины я и накопаю. Нам нужно ее довольно много, поэтому здесь я посижу, пока меня никто не видит. Покопаю. Так, вот закапываться только не стоит. Смотрим. 234, но пока сойдет.
Пока что сойдет. Давайте найдем какого-нибудь зомбачка, и я попробую на нем гвоздемет. Таки. Кстати, что он там по урону? 5. Блин, ну да, скорее всего, урон так себе. Ну вот он, кстати, кандидат. Мы уже, в принципе, пришли. Ну-ка, давай, дружочек. Вот так вот это выглядит. Ну, 5 урона это такое. Но качается навык. По-моему, пистолетный. Тратить гвозди я не хочу. Поэтому бежим. Так, олень. Хантед, но... Оленя мы сможем, я думаю, пристрелить. Готов. Надеюсь, этот олень не пропадет. Сенсет. Я не знаю, кто меня здесь может чуять. Это далеко. Но он, видимо, по запаху-то идет. А, там еще и ползунок. Клей. Тоже неплохо. Нет, ребята. Извините, но... Как-то без меня. Сейчас я покажу, как этот гвоздемет ремонтирует блоки. Ремонтирует и улучшает. Это основная его, скажем, задача. Так, ну что тут? Сенсет. Ну те вряд ли. Это уже здесь наспаунились, да? Сенсы, значит, чуют или слышат. Каким-то образом подозревают, что я здесь. Все, никого нет. Не чуют больше. Так, ремонтируются блоки следующим образом. А, дерева нет. Ну, давайте поднимемся. Заодно я выложу лишнее. Я думал, что брал дерево. Всего 18 дерева, это получается сейчас нужно активно добывать нам это дерево. Так. Мясо вот я не выложил, только плохо. Чпок и сразу весь блок. Так, секундочку, мне надо отойти. Итак, продолжаем. Что я хотел-то? Я уже забыл. Дерево, кажется, добыть. Да? Да. Сколько получится? Вот эти вот небольшие деревца, но у нас инструмент стрёмный, поэтому нам сейчас самое то. Так, камень у меня вроде бы есть. Я так подозреваю, что нам придется обустраиваться здесь. То есть седьмую ночь пережидать вот в этом маленьком поселении. Вот это, кстати, дорога, она куда-то ведет или это тупик? Вроде бы идет куда-то. Вон там вот. Но там тоже горы, не факт, что там что-то есть, поэтому... По крайней мере, сейчас мы, конечно, туда не пойдем. Странно, что меня никто до сих пор еще не учуял. Сколько? 619 дерева. Ну, пойдем. Пока что этого хватит.
большой валун, смотрите. Так, а вот эту машину я проверял. Да. Никого нет, хорошо. Давайте улучшим. Так. Блин, придется. Давайте залезем. Все-таки я сначала выложу мясо, которое пахнет. Так, нам нужны опять вудфреймы. Что, они где-то спрятаны. Давайте мы их добавим в избранное. Ну, несколько штук, пожалуй. Так, лестницы где-то у меня были. Я их тоже возьму. Попробуем здесь заделать эту брешь. Опа! Блин, сломал. Черт. Вот не очень удобно здесь, конечно, с этими лестницами. Так, а эту мы выломаем пока что. Здесь я заделаю. Вот так вот это выглядит. То есть с одного тычка мы полностью ремонтируем блок. И улучшаем. Очень полезный инструмент. Так, что еще нам нужно бы наковырять? Так, это я выложу. Пистолет. Пусть пока будет. Так. Ну, вот это мясо не знаю, зачем нам нужно, но пусть будет тоже. Что у нас там? Покушать можно уже, в принципе. Попить водички. Сильно много не будем сейчас. Я бы добыл все-таки травы. Так, еще раз вспомним, что нам нужно на печь. Камни есть, это есть, трубы есть. Но тогда травы, чтобы, ну, покрафтить, попрокачиваться, ночью никуда не лазить. Остаток дня потратим на это. Заодно расчистим здесь территорию. Может быть, придется высаживать огородик. Хотя здесь почва вроде бы не очень плодородная. Я не пробовал в степи делать огород. Может быть, это и не важно, конечно. По идее, вскапывать нам все равно придется грядку. Но если мы посадим картошечки, к примеру, кукурузу, это было бы чудесно. Да и юку тоже можно посадить, чтобы не бегать за ней. Но вот что самое большое мне бы хотелось. Нам, кстати, не дали семян. Если рубить большие деревья, то с них выпадают семена. И я вот протупил, когда мы бегали по лесу. Стоило одно такое дерево срубить. Хотя бы одно, чтобы нам здесь еще и рассадить деревья. А вот эти вот мелкие, они, видимо, семян не дают. Сколько?
160. Ладно, давайте еще сделаем грядочку. Все-таки. Интересно, тяпку мы можем скрафтить сейчас? Какую-нибудь. Ну, по идее, нет. По идее, тяпка только на крафтовом столе. Да? Как она называется-то? Вот. Да, только железная и нужно железо. Может быть и в кармане можно, но нужно железо. Ладно, тогда значит выложу все лишнее. 160, 300. 300 травы, дерево 500. Перьев маловато. Может быть мы кого-нибудь подстрелим сейчас. Это что, зомбачок? Давайте подстрелим зомбачка. Почему нет? Чтобы он тут нам ночью не рычал. Так и... Не вижу больше никого. Вот это то, о чем я говорил. То куча оленей бродит и свиней, а то никого. Еще темнеет. Ага, заметила меня сестричка. Все, догулялась. Сумочка. Ну, неплохо, смотрите-ка. Броня. Дубинка еще одна. Получше, да, чем наша. Гораздо получше. Смотрите, зомби на камне. Давайте его тоже угомоним, чтобы он не прибежал внезапно ночью. Он меня не видит, смотрите. Можно попробовать. Скрытность. Но если бы он еще стоял... Ладно, не будем страдать. По-моему, я ему в шею попал. Так, олень. Друзья, олень. О, так он не сдох. Ой-ой-ой-ой, я думал, что все. Блин. Олень сейчас убежит. Ну, бутылочка. Так, где он? Вон он. Хантед. Ползун гребаный. Там еще один толстяк. Так, олень сейчас убежит, зараза. Убил я его или нет, интересно? Нет. Черт. Но надо от них избавиться, потому что время к ночи уже. Мед заберем. И вот от этого оленя придется оставить в покое. Постепенно, видите, они наползают на пустое место. Несмотря на то, что я здесь уже зачистил.
Олень, походу, убежал или сдох там где-то. Бывает такое, что в них попадешь, а он дохнет не сразу. Видимо, какое-то кровотечение или что-то такое. Так, никого вроде нет. Это чудесно. В общем-то, осталось только добыть немножко травы, остаток дня провести за этим. Вот, кстати, мусор. О, неплохо. Готовые семена кукурузы, кажется, это. Ну все, пожалуй, на этом я эпизод закончу. Кому интересно, можете посмотреть, что я буду делать ночью. Скорее всего, разбираться с печью. Ну а остальным встретимся утром. Спасибо за внимание. Всем пока.